Вас приветствует канал Грац, и это снова Mass Effect 3. Андерсон как-то постарел, что ли, я не знаю, выглядит он более старым, уставшим. Ну, конечно, война. Чего еще можно ожидать, да? Battalion leaders, report to HQ. We fought hard to get here, but now the toughest part of our mission begins. We've got to drive right through the heart of Reaper-controlled territory, break past their defenses, and get to that beam. What kind of defenses? The entire area is crawling with Reaper forces, but our biggest concern is the destroyer, protecting the beam itself. Can we bring in air support to deal with it? Negative. Some kind of interference. We'll have to take it out from the ground. Now they've cut a swath of no man's land through the city. We'll have to cross that first. There'll be some limited shelter on the other side, but expect heavy ground resistance. We need to get our tanks to here, if we get close enough. We've got a shot at taking that thing out. How much of a shot? They know we're coming. This will be a one-way trip for many of us, but there can be no retreat, no stepping back. We move forward at all costs, understood? Yes, sir. Johnson, Coates, you two will coordinate the artillery units. Shepard, I'm sending you right up the gut where the resistance is heaviest. Support the tanks the best you can, but stay alive. I need you for the final push to the beam. I'll give you a minute with your squad. Pick your team well. Да тут, в принципе, можно и не думать-то. Берем проверенных солдат, да. Гаррис и Джеймс. Поэтому... Но нужно сказать, я так понимаю, напутственную речь. Да. Не верится, что все, мы уже подошли к концу. This bond that ties us together is something the Reapers will never understand. It's more powerful than any weapon, stronger than any ship. It can't be taken or destroyed. The next few hours will decide the fate of everyone in the galaxy. Every mother, every son, every unborn child. They're trusting you, depending on you to win them their future. A future free from the threat of the Reapers. But take heart. Look around you. You're not in this fight alone. We face our enemy together, and together we will defeat them. Да, вот так вот, Шепард, я тоже готов уже идти с тобой, да. Как я и говорила ранее. И в огонь, и в воду, и неважно вообще куда. Позовешь, и все. И все пойдут. Да, возьму я с тобой стандартный отряд. Гарруса, Джеймса, и не буду ничего нового придумывать. А уже просто с теми солдатами, теми людьми, к которым я уже привыкла. И к умениям, которых я тоже привыкла. Поэтому вот так вот. Да, блин, не верится, что Mass Effect 3 для меня сейчас уже подходит к концу. Хотя совсем недавно, не буду вдаваться в подробности, начинала проходить первый, да. Ну, не первый раз, конечно, но... Начала снова эту серию проходить, и вот уже все, вот он уже кончается. Знаете, иногда под конец становится немного грустно. Ты прошел всю эту историю с главным героем, в данном случае с Шепардом, да, с самого начала. И ты вроде воодушевлен, да, и тебе постоянно хочется уже под конец, тебе уже хочется уже финала. И когда наступает вот этот самый финал, когда последний рывок,
тебе становится грустно, что скоро это все закончится, и серия Mass Effect будет завершена, пройдена. Ну, в очередной раз, но все равно она будет пройдена, да? И как-то грустно, что слишком быстро заканчивается эта замечательная история. И хочется дальше, хочется продолжения, хочется чего-то нового. Но дальше нас ждет только Mass Effect Andromeda. Грустно? Очень грустно. Со всех сторон, просто со всех сторон. Наступают. Прости, Джеймс, но придется твои гранаты использовать почти все. Убийца великана. Одержать победу над сборщиком. Так мы же вроде уже не первый раз одерживали победу. Че он мне начинает опять засчитывать эти... Блин, банши, я ее и не услышала. Черт, черт. Тихо, тихо, тихо. Шепард, не смей умирать. Пока что не смей. Блин, банши меня напрягает. Что это? А, все. А, ну, мой отряд справился. В коем-то веке они справились с банши. А то обычно Шепарду все приходится самому делать. Хаски, блин. Вот, рукопашник, уже было. Убейте 25 врагов, вроде бы, в ближнем бою или нет. Ничего себе, я, блин, твари решил... Тихо, блин. Я почти умер. Они здесь очень вовремя. Я твари просто по лицу надавала с кулака. Я просто думала, что это хаски. Но не хватало мне здесь сейчас еще умереть. Потому что вот эти вот чертовы хаски, они меня хватают, если они слишком близко к тебе. Из-за этого я не могу просто от этих тварей наконец-таки убежать подальше и закидать их гранатами. Но вы видели, это было жестко. В рукопашную идти на тварь, блин. Вот оно сказывается, блин, ночное, ночные прохождения игр. Да уж, это я замечательно вышла. Про что я и говорю, блин, уже просто внимание рассеивается, да, потому что сказывается усталость. Но я должна за сегодня пройти до конца, поэтому не надо мне гневных сообщений о том, как хреново я играю сейчас. Я и сама это прекрасно понимаю, но... Ничего не поделаешь. Мама, папа. Мама, папа. Прекрасно. Промазал.
Конечно, я думаю, что финалку они немного, как это лучше-то выразиться, затянули, да. Это, по-моему, лучше всего объяснит всю суть. Потому что довольно, ну, вроде как мы уже должны идти к цитадели, да. Как-то к ней там пробраться, но слишком долго, очень долго. Почти на каждом шагу тебе попадаются враги, их дофига. И здесь у тебя и твари, и банши, и сборщики, и опустошители, и все, короче, все, кто только можно. Все жнецы прям против тебя. Но это и так ясно, да? Но все равно боевку можно было чуток сократить. Ну, это лично я так думаю. Прямо в спину стреляют. Я особо не обращаю на это внимания. Просто вот так вот. Вот и все. Ничего выпендриваться, да? Как раньше, что-то спрятался, выстрелил, спрятался, кувыркнулся, перевернулся, сделал сальто назад, снова выстрелил. Здесь просто, блин, идешь и стреляешь, и плевать, что по тебе тоже попадает, да еще и в спину стреляют. Тебя окружили и спереди, и сзади, и по бокам все твои фланги открыты. Да пофиг, в общем. Это еще импульсная винтовка гетов, отличная штука, поэтому она довольно скорострельная и... Ёшкин кот, ты, обалдеть! Просто зажимаешь мышку и все. И штурмуешь эту локацию. Нафига собираю? Мне уже ничего и не дают за это. Заметили, кстати? Раньше там кредиты давали, а сейчас ничего не дают. Даже кредиты. А нафига они мне сейчас нужны? Все равно война, уже все. Шепард либо погибнет, либо нет. Блин, гранаты просто вовремя закончились. Блин, их двое вовремя. Блин, гранат вообще нифига нет. Давай ты у нас гар что-нибудь, все? Все. Все.
Там просто темно, да? Просто кромешная тьма. Сейчас должны были восстановить запас гранат. Блин, неужели катсцена? А не, глянь-ка, какие-то соларианцы есть все-таки. Ему пофигу вообще. Ему просто плевать. Уже убегайте. Хреново, надо было уже давно убегать. Тем более, если они не действуют. Блин. Они все погибли. Освободить ракетную батарею. И где она, эта ракетная батарея? Что-то. А, опять мне эту пушку он дает. Нахрена только. А здесь все простое, что штурмовой винтовкой можно справиться этой импульсной винтовкой гетов. Почему нет? Я слышу, что надо-то. Can you read me? Yes, Commander. Any suggestions? I may be able to use the Normandy systems to enhance the missile's targeting capabilities. Excellent. I'll need you to open a link to the Normandy from the missile systems. On it. Защитить ракетную батарею, ясно. Он эти ракеты должен выпустить вон в того жнеца, чтобы открыть нам путь к этому каналу, да, который отправляет на цитадель, телепортирует. А этот жнец охраняет, в общем, и нам нужно от него избавиться при помощи вот этих вот ракет. Но так как кроме Шепарда это больше некому сделать, поэтому мы здесь. Ого. Ничего страшного, да? Они идут к нам. Откуда? Слева она говорила, да? Ага, вижу. Прости, Джеймс. Банши. Хорошо, они по одной банше пускают, а не по несколько. Это твари, и они... Нет. Сглазила. Вон еще одна идет.
давайте, вылезайте. Да неужели? Ладно. Пробуем. Запускаем ракеты. Не попали. And closer to us. Commander, Hammer is being overrun at every turn. Reaper ground forces are converging on your location. We're fighting our way to you. Hold on, Commander. Hold on. Another wave incoming. Hold on, everyone. Да уж, постараемся как-нибудь продержаться, да, пока к нам идет Андерсон с подмогой. А нам нужно защитить снова ракетную установку, потому что у нас осталось всего две ракеты. Вообще непонятно, почему они по цели не попали. Они просто вроде навелись на цель, да, на жнеца, но взорвались где-то рядом. Блин. Еще один. Блин, твари они не жалеют вообще. Просто банши пускай по две, а твари, блин, по три, по четыре штуки. Чересчур. Это, блин, еще один. Вот про что я и говорю, блин. Они издеваются. Еще один идет. Пять. Если я, блин, правильно считаю, да? Я просто уже не запоминаю, сколько... Блин, еще и опустошитель. Вы издеваетесь, точно, да? У меня сколько патронов? Да нет, хотя у меня дофига патронов, ладно. У меня гранат нет столько. У Джеймса, моего бедного, нет столько гранат. А я не вижу здесь пополнения запаса как раз гранат. Боже, как медленно у него уходит жизнь. Не смею летать. Это все? Нет. Нет. Банши. Еще и банши напоследок, да? Где? Вижу. Просто в голову, блин. Все. Еще одно. Просто решили запустить всех, кого только можно. Просто все свои силы. Я уже что-то подустала по ним стрелять, и уже я хочу спать. Но Mass Effect важнее, да. Я уже и промахиваюсь, и просто уже... Блин, еще одна, что ли, где-то? Просто жесть, да, еще одна банши. Я видела ее заряд. Они все летят и летят. А, блин. Хватит уже, достаточно. У меня уже рука устала. Что
что управление ракетой. Да хрен с вами, все, не буду я, все, управляем ракетами. Плевать. Вот так вот, да, и пофигу. Просто тупо забили на эту банши и на тех врагов, которые остались. Плевать. Да я уже что-то подустала вообще по ним стрелять, честно говоря. На этот раз должно получиться, но, блин, больше у нас выхода другого нету. Только эти две ракеты. Давай, скрещивай пальцы, блин. Да, мы попали. Блин, так камень прилетел, блин, и убил Шепарда, его отряд, и все. Война проиграна, Шепард мертв. Шепард не успел ее выиграть, потому что его убило шальным камнем, блин, от этих всех взрывов. А, да ты прибыл, Андерсон, наконец-то. Ой, весьма нелегко, я устала. А еще много впереди, довольно много. Я думаю, что я сделаю небольшую передышку себе, да, уже на моих часах почти, сколько там, 2 часа ночи, да, и мне впереди еще очень много, но я дойду, я же правый воин, я же за Шепарда выйду, поэтому я допройду эту игру за сегодня, вот, но сейчас я сделаю себе небольшую передышку, хотя бы минут 10-15, попью чайку и продолжу дальше финальную миссию «Приоритет Земля». Да, нам останется совсем немного, но так тяжело, да? Да, спасибо, что смотрели. Подписывайтесь, ставьте пальцы, комментируйте и увидимся в следующей серии.